Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 4 на странице 29. Рабочей тетради по математике для первого класса автора Маро. В большой люстре 6 лампочек, а в маленькой 3. Сколько лампочек в двух люстрах? Итак, из условия задачи нам известно, что в большой люстре 6 лампочек, в маленькой 3. Чтобы знать, сколько их всего, нужно сложить 6 плюс 3. 6 плюс 3 равно 9. 9 лампочек в двух люстрах. Пишем букву L с точкой в скобках. И пишем ответ. 9 лампочек. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.